Итак, я сижу на карантине, сегодня уже пошел 4-й день. Что хочу сказать? Когда я вернулась из Лондона, в аэропорту мне никто ничего не сказал. Вчера наш губернатор Санкт-Петербурга сказал, что с 19 марта абсолютно всем людям, вернувшимся из-за границы, надо срочно позвонить по телефону 112 и отметиться, и сказать, кто откуда прибыл, где находится и по какому адресу проживает. Что я и сделала? Я позвонила 112, записали мой телефон контактный, записали мой адрес. И на этом все. Я говорю, а мне карантин-то надо сидеть 14 дней? Они говорят, мы вас не можем проконсультировать по этому поводу, пожалуйста, звоните в службу Роспотребнадзора, дали мне телефон, или в службу Стоп Коронавирус, тоже дали мне телефон, я их подкреплю вам здесь внизу где-нибудь, или вот здесь. Если у кого-то есть такой вопрос, нужно вам сидеть на карантине или нет, пожалуйста, звоните туда, и вам все скажут. Я позвонила, мне сказали, 14 дней надо сидеть в любом случае, если вы вернулись из-за границы. Что произошло дальше? Дальше ко мне пришел мой лечащий врач, мой терапевт. Часа в 4 вечера. Я никого не ожидала, поэтому даже и не думала. Я как раз в ванну приняла, только вышла из ванны, и звонок в дверь. Не в дверь, а в домофон. И я не поняла, кто это. Мне еще раз он говорит, это доктор. Такая, о май гад, ко мне пришел доктор. Все. В общем, познакомился со своим новым терапевтом. Очень приятно побеседовали. Он спросил, как там ситуация в Англии. Я говорю, ну вы знаете, там пока все тихо, спокойно, но кто знает, как будет дальше. Вот в магазинах все скупают. Но скупают как? Я вам уже про Lidl рассказывала. И мне присылали письмо из Sainsbury, допустим. Я подписана на Sainsbury, потому что у меня есть тоже loyalty card такая, карточка, Нектар называется. И вот, и мне босс Sainsbury прислал как бы личное письмо, но он как бы всем, кто подписан на Sainsbury, выслал это письмо и говорит, что товарищи, уважаемые, ну не товарищи, наверное, господа, пожалуйста, не паникуйте, у нас всем хватит туалетной бумаги, у нас всем хватит продуктов, не приходите и не закупайте, не скупайте все подряд, наши продавцы просто не успевают выставлять на полки вещи. И он просит, говорит, пожалуйста, все, что вам нужно, у нас очень много запасов, вы все успеете купить, покупайте только то, что вам необходимо на данный момент. Но люди паникуют, потому что в Италии, в Испании всех закрыли по домам, и им, как бы, если нету запасов, я не знаю, кто там им привозит. Кстати, если кто-то сейчас находится в Италии или в Испании, пожалуйста, расскажите, напишите свои комментарии, как вы справляетесь, если у вас нет еды. Кто вам привозит еду, или, ну, как вы вообще с этим боретесь, с карантином, потому что я сижу 4-й день, вы уже там, наверное, 10-й день отбываете срок, причем вся Италия, вся Испания. Сложно, конечно, просто тупо сидеть дома, но хорошо, что у меня работа из дома, я все делаю в интернете, и видео, и пишу тексты, и фотографии какие-то свои отсылаю на стоки, поэтому у меня как бы работа не зависит от того, что мне надо идти в офис или не надо. Так вот, врач мне сказал, тебе выписывать больничный или как? Я говорю, да нет, я из дома работаю, в интернете. Он говорит, ну хорошо тогда. И, значит, что он мне сказал? Температуры нет? Нет. Признаков никаких нет? Нет. Хорошо. Говорит, но все равно тебе придется посидеть 14 дней дома, и завтра или в понедельник, это было вчера был четверг, то есть или в пятницу, или в понедельник тебе придет медсестра и возьмет у тебя тест на коронавирус. То есть у нас делают тесты тем людям, кто приехал из других стран, где уже достаточно приличное количество людей, заразившихся, и берут тест на позитивный или негативный результат. И даже если у вас негативный результат, у вас нет никаких признаков коронавируса и вообще в помине ничего не было, все равно 14 дней придется досидеть. Вот, что происходит с людьми, так вот я слышала.
Многие люди очень сильно ругаются дома, если они не одни находятся. Слава богу, я одна, и мне ругаться не с кем. Мне никто не мешает, поэтому я занимаюсь тем, чем хочу. Сажаю цветочки, читаю газетки, смотрю фильмы и делаю свои ролики. В принципе, у меня такой режим работы домашний был всегда. Единственное исключение было то, что днем я куда-то выходила, или мы по магазинам гуляли, что-то подкупали. Кстати, мы подкупили уже все запасы сделали еще до моего отъезда в Лондон, потому что мы предвидели такую ситуацию. У меня мама всегда перестраховщица, поэтому закупились побольше и еще по дешевой цене. Сейчас цены очень сильно в связи с этим выросли. И очень обидно становится. Именно вот, наверное, из-за ажиотажа, который возникает, люди все сметают, а новую продукцию завозят уже по ценам. Ну, я не могу сказать, насколько, но дороже уже. Так вот, тем, кто сидит дома и заняться нечем, потому что они уже привыкли ходить на работу, они что-то делают на работе. И с домашними не пребывают в тесном общении. А тут, как бы, если еще и комнат мало, там, 2 комнаты и 6 человек, будет очень тяжело. А с другой стороны, будет еще тяжелее, если 2 комнаты и 2 человека, и они в ссоре. Это уже будет накал страстей. В общем, старайтесь чем-то себя занять. Это самое основное, что нужно делать, когда вы сидите на карантине, в стесненных условиях. Старайтесь себя чем-то занимать, потому что психологически это сложно выдержать, но можно. Поэтому думаю, что надо просто чем-то заняться. Что я делаю? Я пью витаминчики, полоскаю горло, это для профилактики. Витаминчики, кстати, не только те, которые я купила, буду рассказывать, кстати, как я сходила в Boots, магазин фармаси, медикаментов и косметики. Я там купила себе витамин D, витамин B12, B6, витамин E, а маме купила омегу-3 и магнезиум. Ну, то, что, в принципе, я и планировала купить. Витамин А не нашла, поэтому мама вчера сходила в аптеку. Кстати, в аптеках очень огромные очереди, она сказала. Сходила в аптеку, купила. Пропали с прилавков ибупрофен и перекись водорода. Очень много, говорит, народу пришло, кашляет и чихает именно в аптеках. Поэтому, говорит, в аптеку я больше не ходок, не пойду. Я говорю, ну и не ходи. У нас уже есть витамин А, она купила. И самое главное, конечно, витамин С, но я это, вот она мне купила килограмм мандаринов за 55 рублей. Где-то у нас скидка была, в каком-то магазине принесла. Что она делает? Она не заходит ко мне в квартиру, она приносит, кладет все сумки под порог, что она приносит там мне, и отходит на безопасное расстояние, там на 3 метра, и мы с ней немножечко так разговариваем. Я из квартиры, она в коридоре. Естественно, я измеряю температуру каждый день раза по 3. Больше 37 она у меня не поднималась, в принципе, она у меня 36,4. Вот сегодня была 36,5. 37 она у меня поднимается где-то в течение дня. Когда я попью горячего чаю, меня, видимо, все изнутри там прожгет, и температура тоже немножечко поднимается. Но, в принципе, у меня всегда была температура в районе 37, поэтому для меня это нормально. Врач, значит, мне сказал, если у тебя какие-то подозрения или температура очень сильно вскочит и так далее, он мне дал телефон нашей поликлиники, срочно звони, вызывай, я или другой врач приедут и посмотрим, что там дальше с тобой делать. Тесты, значит, ну вот жду, когда придет, если смогу, сниму. А, еще что хотела сказать. У меня подруга в Лондоне осталась, которая из Екатеринбурга. Она там работала в Account Systems, то есть бухгалтером, так скажем. И вот на данный момент, говорит, слушай, нас тоже всех разогнали по домам и вообще сказали, работы не будет, поэтому я, наверное, поеду домой. Я говорю, конечно, езжай домой, лучше находиться в России и знать точно, что ты получишь некую помощь, потому что в Великобритании, говорят, очень сложно с NHS, National Health System, то есть медициной. Там не делают тесты, говорят, это очень дорого. Там очень сложно ставят на вентиляцию тех людей, кто уже заболел. И чуть ли не идет отбор, кого лечить, кого не лечить.
Ну, это вот то, что я слышала. Я не могу сказать за себя, потому что я туда, слава богу, не попала, в больницу или где-то, но всегда говорили в Англии, медицинские учреждения работают очень плохо. И в этом случае я всегда, если что-то у меня возникало, ехала в Россию лечиться в России. Даже зуб у меня один раз сломался. Чтобы пойти в Лондоне к зубному, это минимум надо заплатить 50, по-моему, фунтов только за прием. Для того, чтобы зуб вырвали, а там требовалось, чтобы мне его вырвали вообще, я поехала в Россию, потому что вырвать зуб в Великобритании будет стоить от 500 фунтов. Если там очень сложное, а там был коренной зуб и очень сложный, то это вообще обойдется там... Ну, я не буду говорить во сколько, но в копеечку влетит. Поэтому для меня было легче заплатить, по-моему, на тот момент я заплатила 180 фунтов в оба конца, туда и обратно, и прилетела и сделала в нашей поликлинике зуб себе бесплатно. То есть мне вырвали очень просто и легко. Наши доктора, я их уже знаю, я им больше доверяю, чем хирургам, которые работают в Великобритании, потому что там еще неизвестно, как сделают тебе за 1000 или за 2000 фунтов. Ну вот пока, наверное, и все, что я хотела сказать по поводу своего карантина. Стараюсь держаться, психологически немножко напрягает, что не можешь выйти на улицу, но, слава богу, у меня есть окно, в которое я смотрю, балкон, на который я выхожу, проветриваюсь, также проветриваю все комнаты. Ну и стараюсь держаться молодцом. И вы держитесь, если вы на карантине, будем сидеть вместе, все будет хорошо. Я вас уверяю, вместе мы сила, вместе мы справимся. Поэтому до свидания, до новых встреч. В следующих репортажах расскажу, чем я занимаюсь дома, и расскажу про витамины, и про то, как я полоскаю горло и так далее. В общем, на связи.